заинтриговал? Тогда погнали! Всем доброго зимнего утра! Сегодня практически прибыл уже на водоем. Буду кормиться, буду пробовать. Ну и всех вас приглашаю вместе со мной на эту, даст Бог, хорошую рыбалку. Луночки я закормил сейчас. Прикормка была такая: 50% сухарь, 50% смесь с запахом мотыля. Также в каждую лунку опустил по кормушке с мормышем. Поставил палатку. Сейчас немного попью кофейку, взбодрюсь и буду начинать рыбалку. Ну вот, ребят, первая рыбка попалась. На малька зуева присосался окунёк небольшой. Вот, ребят, еще кто-то клюнул. Кунёк. Сейчас уже на мормыша ткнул. А, небольшой. Пусть его. Эх. Вот еще одна какая-то мелкая. Ну, морка вывел, попался. Ух.
тоже там. Никак совсем. Да что же ты? Давай потихонечку. Давит, давит, ребят, кошмар. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Давай, давай, потихонечку. Ой-ой-ой-ой-ой. Ух. Крупный, крупный. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Эх, ушел. Ну что ты будешь делать, а? Ребят, меня трясет. Немного, конечно, обидно, но адреналина хапнул просто умопомрачительное количество. Даже не могу сказать конкретно, кто это был, то ли лещ, то ли окунь, неизвестно. Также не знаю, на какую приманку клюнул, потому что до лунки-то оставалось буквально метр, и не видно было вообще кто. Адреналин прям калашматит меня совсем. Ну, будем дальше пробовать рыбалить. Кто знает, может быть, еще кто-нибудь такой клюнет сегодня. Клев, ребят, сейчас достаточно вялый, поэтому я, наверное, сейчас уберу безнасадочного мурмыша. Поставлю обычную мормышку вольфрамовую и попробую половить на малинку, потому что по флушеру видно то, что рыба идет за приманкой, но как бы она равняется, рисочки на флушере равняются одна к одной, но по клевке не следует. Вот. Поэтому попробую поставить вольфрамку и попробую половить на малинку. Посмотрим, может быть, это даст какой-то результат. Клев, ребята, очень вялый. Вот сейчас еще один окунек попал на малька жила, главное на мормышку с подсадкой мотыля не хочет брать, а на малька взял. Странно даже как-то.
Опаньки. Попался окунёк чуть-чуть покрупнее. Сколько сегодня уже было таких поклевок пустых, ребят. Даже не представляете себе. По губам. Сейчас вот только тоже клевал окунь. Подержал его немного. И это, убежал. Ну, хотя, в принципе, не знаю, может, не окунь. Но рыба была тоже, блин, приличного размера, такая хорошая. Вот. В общем, рыбалка сегодня складывается интересно, но драматично. Поэтому будем дальше ловить. Солнце потихонечку садится. Крупной рыбы как таковой я сегодня пока что не поймал. Но сейчас буду ставить крупную мухомормышку и пойду на круг с большой такой приманкой. Может быть, какие-нибудь крокодилы из разряда тех, которые сегодня убежал, попадутся. Ну или хотя бы клюнут, чтобы просто подержать их. Природа. Достал. Начал приподнимать. И вот ящичек подошел, видимо. Ну хоть что-то за сегодня более-менее такое стоящее показалось на поверхности. Клюнул, кстати, подлещик вот на такую вот нимфу с ножками, такую с глазками. Интересно, ухо-мормышку. Вот, эх, убежала. Господи, да что ж такое? У меня сегодня просто катастрофическое количество поклевок, результативных подсечек и сходов. Я думаю, что большая часть этих поклевок проходила на вот такого маленького малька Зуева. Он сделан у меня на 16 номере. И не исключено, что та рыба, с которой мы бодались очень долго и упорно, тоже позарилась именно вот на этого маленького, на этого малыша. Поэтому я сейчас переставлю его на малька Зуева на 12 номере и попробуем доловить до вечера уже с большими приманками, потому что поклевки сейчас следуют просто кошмарные, и подсеченная рыба реально крупная, и такое большое количество досадных сходов мы бы сегодня могли наловить. Просто обалденная была бы рыбалка. И вот, тем не менее, увы и ах. Поэтому сейчас перевяжусь по-быстрому и буду продолжать рыбалку. Ну что, дорогие друзья, несмотря на то, что сегодняшняя рыбалка была малорезультативной по количеству именно пойманной рыбы, тем не менее, рыбалка была такая достаточно напряженная в ожидании поимки какой-то крупной рыбы. И поклевок было на самом деле достаточно большое количество. Причем поклевок таких, что рыба клюет достаточно аккуратно, подсекаешь, но сразу же чувствуешь, что рыба засела конкретно. К сожалению, не все поклевки, которые сегодня у меня были, не удалось отснять, потому что никогда же не угадаешь, когда надо камеру включать. И тем не менее, я считаю, что рыбалка прошла достаточно успешно. На льду у меня сейчас две рыбки. Это окунь чуть-чуть покрупнее, который попал, и заплатка небольшая. Очень жаль, то, что не удалось победить того гиганта, который
просто дал мне жару конкретного. Но я думаю, что все еще впереди. Ну и основной вывод, наверное, который следует сделать из этой рыбалки, это то, что если вы идете ловить рыбу, которая заведомо, скорее всего, будет крупнее, то и крючки, и мормышки, которые вы применяете, соответственно, следует брать покрупнее, помощнее, да поострее. Ну что ж, я думаю, что на этом пора заканчивать. Пишите свои комментарии, что вы думаете по поводу всей этой рыбалки. Свои мысли по поводу того, каким образом можно было бы добиться большей результативности по количеству именно пойманной рыбы и вытащенной на поверхность льда. Подписывайтесь на мою группу ВКонтакте, подписывайтесь на Инстаграм, ну и, соответственно, подписывайтесь на канал. Ну а я пошел собираться домой, и увидимся с вами в следующих видео. Всем пока! Супермормышек.